В Твери продолжается ремонт тротуаров. Работы сейчас ведутся на проспекте Победы. Тротуар от площади Капашвара до Волоколамского проспекта, четная сторона, вымостят брусчаткой. Работы сейчас в активной фазе. Старое покрытие на части проспекта уже сняли. Началась уже укладка брусчатки. Всего на ремонт тротуара на проспекте Победы заложено чуть более 34 миллионов рублей.